собрали на митинг или на это шествие школьников, утверждая, что раз ты не имеешь права голосовать, то ты не имеешь права присутствовать и на митинге, связанном с голосованием. То есть тут же влепили митингу 18+. Ну, как примерно фильму «Эммануэль», наверное, да? Затем в Калуге в машину, которая везла оборудование для митинга, в несколько раз врубились машины по дороге, спровоцировав ДТП. В Владивостоке на центральной площади города пытались акцию сорвать, разбросав там лед и вызвав, соответственно, тракторы для его уборки и так далее. И вот, тем не менее, вот несмотря на все это, акция состоялась, пусть даже не столь многочисленная, как, наверное,